Мы бредем вдвоем под листопадом, и не спугнуть осеннему ненастью наше счастье. Вновь догорела заря под дождем октября. Мне скажи навсегда, мне скажи навсегда, да. И радость мне подари в наш единственный час, чтоб огонь не угас в нас. Молодец. Да, вот такая Алексей боссановочка. Кузнецов, Алексей Кузнецов, друзья мои, Андрей Клепиков, это гости из Царского села. И Анатолий Тукиш. Из Царского села, кстати, из их, это коллеги наши. Леш, я помню, 100 лет назад я был гостем твоей передачи «Резонанс». Не сто. «Резонанс» или как? «Бенефис». «Бенефис», да. «Беня-фис». Мы с тобой такие сидели, и так, как Варламова с Батрутдиновым, мы такие... Ты спрашиваешь? Ну там жарковато было немножко. Лоск, здесь кондиционер. Первый раз это был, наверное, 96-й год, 97-й. Это совсем давно. Смотрите, ребята, канал. Первый раз, да, давно. Потом у меня было второе явление, появление на вашем канале. Скажите, я так и не въехал. Вот ваш канал, он держится за что-то, он влияет как-то на общественное мнение города? Ну, вообще сложно сказать, наверное, влияет или нет. Нужно спрашивать. Нужно проводить социологические новости, выходят. В основном новости, да. Ежедневно, по-моему, или раз в два дня. Сейчас не скажу точно. Новости жизни Царского села и окрестностей, потому что Царское село — это не только город Пушкин, это еще и это все близлежащие, да, поселки и так, да, далее, Пушкинского района. Выходят. Выходили раньше общественно-публицистические программы, так сказать, под руководством, в том числе, Анатолия Тукиша. Не, у вас, смотрите, Мартьянов сейчас... Юра Мартьянов есть такой тенор. Мы с ним три тенора играем. Прекрасный тенор, да, мы видели. У него есть свой театр там, ваш, оперный. Сейчас была передача. Могло бы на халяву снимать спектакли и показывать, выкладывать дальше. Вот Юрий Альбертович пел недавно... У нас был юбилей Татьяны Павловны Сизовой, юбилей ее творческой деятельности. Татьяне Дин. В январе он пел. Больше, наверное, не... Нет, не в январе, в январе и потом еще он. Но дело в том, что. Редко, у вас и Галя Тарасова. Их очень редко снимают. Галя Тарасова делает свою передачу, тоже посвященную музыке. Там был и Мартьянов. То есть жизнь какая-то, культурная жизнь показывает, культурная жизнь идет. Но, к сожалению, это связано с тем, что телеканал «Царское село» — это кабельное телевидение, и все-таки зона охвата не такая, как у телеканала «Вот», ну, у эфирного. Ну, не пробить себя регионал. Вот. А все упирается в финансирование. И опять же, вот финансирование у нас откуда может появиться? Собственно, от государства. И опять все упирается в проблему тендеров и так далее. То есть государство не знает, что есть у нас. У государства есть статья освещения деятельности администрации Пушкинского района. Но нету в администрации Пушкинского района статьи расхода освещения культурных мероприятий, там, которые проходят в районе. Такого нету. Вот, ну ничего, Бог судья всем и всему. Я лучше хочу посмотреть вот этот, что-то иероглифы какие-то китайские. А, ну вот это у нас сегодня мы хотели... Это почки такие, да, весенние. Да. Мы от осени сразу перепрыгиваем в весну, потому что, я надеюсь, все-таки мы доживем до следующей весны. Куда мы денемся? Должны дожить. Вот как раз, Толенька, у нас, ты сокрушался, что сегодня мы не можем подключить синтезатор. Ну, может быть, и хорошо, потому что времени у нас, я так понимаю, все равно очень мало. И ты его еще уменьшаешь. Да, уменьшаю. Видео должны смотреть. Это видеоклип, где звучит именно моя фортепианная миниатюра, пьеса. Называется «Клип «Весеннее настроение». Это сняли друзья, коротенький такой документальный фильм. Давайте смотреть. Давайте посмотрим, да.
Ну, Леша, исправляй нам настроение. Симфоническая музыка хорошая, она всегда, но она обязывает всегда быть подтянутым таким и немного грустным. Давай развесели нас, потому что нас смотрят, как я уже упоминал, во всех регионах, в том числе и в Алтайском крае. Ой, Алтайская земля вообще божественная. Совершенно эзотерические места. Туда надо обязательно вырваться, доехать. Поем. Алтаю привет. Нельзя, Лехе, давай. Песня туда. Называется «Дорога». Ты идешь упрямо, не считая дней. Путь лежит твой прямо к святости твоей. Сбудутся видения, цепи разорви. Верой, вдохновением, торжеством любви. Протянув ладони к утренним лучам, ветер дерзко гонит кудри по плечам. Что сильней дороги, разве только смерть? Да и той в берлоге суждено истлеть. Дорога, молитва вечная твоя, дорога, неоднократность бытия. Когда тоска сжигает грудь, ты должен выбрать сам свой путь. Так собирайся в дальний путь, так собирайся в дальний путь. Вынь последний грошек, нищему подай, голубям дай крошек, да коня седлай. В нем твое спасение, в нем твоя мечта, прочие суждения, прах и суета. Дорога, молитва вечная твоя, дорога, неоднократность бытия. Когда тоска сжигает грудь, ты должен выбрать сам свой путь. Так собирайся в дальний путь, так собирайся в дальний путь. Нормально, такая традиционная телевизионная история перед прощанием. Друзья мои, хочу вам сказать, что сегодня у нас в гостях на втором плане были деятели культуры города Царское Село. Громко. Культура и отдых. Зам главного редактора. Нет, я не зам главного редактора. Коли Николая. Как Коля фамилия? Чиклин. Чиклин, да. Привет. Нет, я не зам главного редактора. Андрей Клепиков. Телеоператор. То ли же шутит, он в свое время назвал композитор. Гением современности, когда пластинку свою дарил. Это композитор, но он бывший военный, поэтому. Он еще поэт, и художник, и фотограф. Да. Алексей Кузнецов. Итак, друзья. Царское Село, привет. Привет, да, всем. И держитесь там, не болейте. Ходите в парк, дышите свежим воздухом, дышите осенью, да. Под песни вашего любимого композитора Алексея Кузнецова. Вы можете сопровождать 20 секунд, какую-то музыку наигрывать. А я в это время скажу, друзья, мы с вами в следующее воскресенье встретимся на телеканале «Вот». Вот в этой Игры замечательной машины, студии. Забыты, и золотом вашей погоды. Тоже о чем-то с хорошим, квиты, с долгами веселым. Квиты. Не болейте. Родная привет земля, родственникам. Квиты, до новых встреч. Что было, то было. Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана – это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана – это баловень судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале «Вот».